операция длилась где-то минут 30-40. Угу. Потом я проснулся, кстати, в палате одни оппозиционеры со мной лежат, активисты. Ну, не активисты, а простые люди, которые разделяют мою политику. А они при таких же обстоятельствах попали? Ну, один там при такие же почти. Да? При задержании? Нет. Ну, я на самом деле... Ну, ты же можешь сюда вызвать, написать заявление? Я... Мне сказали, что моим заявлением будет Олег Дмитриевич Безницкий заниматься. А. Вот, ну... А так я на самом деле ни о каком, я понимаю, что это перелом руки, я понимаю, что это может серьезно и пока заживать. И, к сожалению, я, наверное, пропускаю чемпионат России по настольному теннису, вот, возможно. Вот. Но вчера убили, как 10 лет прошло, как убили Политковского. Я думаю, что перелом нельзя связать с направлением с убийством. Человека не вернуть, ну, а врачи меня вернули. В общем, как-то так. Так что, но конечно, то, что да, конечно, я хотел, на самом деле, любовь, я хотел закончить с пикетами, с плакатами еще на какое-то время. А сейчас я думаю, что я закончу пока на время, пока у меня будет заживать рука. И я буду грызть горло тем, которые на самом деле мне сломали. Я буду и в прокуратуру писать, я и говорю, туда, куда надо. Главное, да. Потому что они сломали, ладно, раз мне. Там еще кому-нибудь сломают. И это войдет к ним в привычку. И тогда о чем говорить? Это? Не надо это прощать. С адвокатом надо. Так что я считаю, что все нормально. Я живой. И это главное. Спасибо.